Всем привет. Извиняюсь сразу за голос. За отдышку. Еще болею. Мы пришли к Любе. Приготовлю. Вы, конечно, наверное, помните эту квартиру немножко в другом виде. Если помните. Тот, кто смотрел видео, тот знает. Вот. В общем, давайте покажу вам комнату. Ладно, сначала скажем, почему мы сюда пришли. Давай, Настя, скажи, потому что у меня голос противный. Почему пришли? Потому что ця людина цієї квартири, наша знайома, зайнята зараз, вона попросила нас прийти, тому що до неї прийде зараз майстер і буде... В общем, у нее сломалась, ну не сломалась, она не может подключить машинку, потому что кран сломался, что такое. И у нее сейчас дела, там родственники, неважно. И она попросила нас прийти, потому что мастер придет в 4, и она никак не успевает. Сейчас сколько нас? Сейчас посмотри время. 6. Время. Уже 15:35. В общем, еще раз повторюсь, те, кто смотрел видео, ролик там, где, я не помню, как он называется, короче, это квартира Любина, она была совсем пустая, голая, и, в общем, как она преобразилась, эту кровать, опять-таки, кто смотрел, тот уже ее видел, это я нашла объявление, такую вот кровать она взяла за 60 евро, такая вот здоровенная кровать, тумбочка, и еще вот это была тумбочка. Вот. Это светильник нашла Настя когда-то летом на улице. Что чилит? Люба чилит с газетами гороскоп на каждый день. У нее просто интернета не было. Не знаю. Вот. А вот этот комодик она заказала в секонд-хенде мебельном. Он стоит 25 евро и 15 она заплатила за доставку. В общем, ребята, такая вот комнатка. Идем дальше. Здесь вообще ничего не было. Ну, то есть можете, даже те, кто не смотрел, зайти и посмотреть видео про эту квартиру, какой она была до этого. Такой вот она купила светильничек. Классный, кстати. Он освещает полностью всю комнату, когда вообще темно. Такую вот плиту она купила. Сначала она покупала плиту на 2, типа комфортки, но она почему-то была бракованная, она нагревалась. После того, как она приготовила покушать, она еще была очень горячей, и, в общем, с ней был какой-то брак. И она пошла, взяла вот такую вот. По-моему, эта плита стоит, на сколько, 45? 45, а та стоила 50 по акции. Это ей Наташа подарила там с лагеря. Это ее этот, понятно. И смотрим. Стульчик раз, стульчик два. И стол. Стол ей знакомый, да, самый? А что это такое? Что? Что это такое? Сейчас. Уголь. Уголь. Зачем она один оставила? Короче. Мойку эту я нашла. Бесплатно. Тоже уже подключили. Все работает. Ананас, наверное, ставили, да? Холодильник тоже нашла я. Он стоит... Так, не знаю, 90, по-моему. А 100 скидку девочка сделала, наша украинка. Ревизор Украины. Давай-то. Опа-на. Вот это беженцы живут. Одна женщина, пенсионер живет. А? Завонял? Да. Ну, блин, она же ничего не готовит. Сразу видно, что это все тафель. Овощ, это тафель. Это все тафель. Фу, воняет что-то. Чего они выбрасывают эти йогурты? Наших не пьет. Зачем она принесла? Не знаю.
Она ждет дочку, но дочки, я думаю, это не прикольно. Короче, очень много всего, как вы можете видеть. Сейчас еще морозилку посмотрю. Чисто. О, и морозилка, смотри. Вся забита. Что-то внизу. Что-то непонятно. А что, а как она так тяжело открывается у нее? Ого. Ну, сразу видно, человек спасается мясом селёдкой. Селёдкой замораживать можно. Много всего. Ковер этот выкинули цыгане, в которых она живет. Ну, у него, в общем, польский цыган сдает эту квартиру. И он выкупил весь этот дом. И этот ковер они выкидывали, а Люба его успешно себе забрала. Ну, такое. Ковер. Диванчик этот тоже нашли мы. Ей. Честно говоря, диванчик не очень, потому что садишься, и ты просто, ну, нет ощущения, что ты на диване, есть ощущение, что ты на полу. Подушки эти тоже мы нашли, кстати, да, только что принесли. Это бесплатно, на первое время и нормально. Если кому-то диванчик надо, гости. Да, по да. По крайней мере, все равно разложится хоть как-то, можно сесть. Да, и вот такое вот она себе дерево прикупила на Новый год. Открыточка, хорошо. Открыточка. Столбы запаслась, видишь? А включи дерево, покажем. Сейчас еще. А выключу свет. Да, это что-то не горит. О. Прикольно. Кто не горит? Что, уже сломалось? Не знаю. И теперь еще вот такое вот кресло. Прохладно. Курточки некуда повесить, поэтому мы сами сюда. Кресло, конечно, чалька немного, но оно с какими-то приколами. Можно включить в розетку и получить бесплатный массаж. Что? Говорю, ей нужна еще, вот, у меня кухня там отдельно стоит. Что ей нужно? Так ей надо сюда наверх и тумбочки. Тумбочки и шкаф еще. Ну, конечно. А что сюда подошли стол этого? Но она перестановку сделала, походу. Правильно сделала. Квартира для одного, я считаю. Там вообще нормально. Сейчас я вам покажу ванну. Те, кто не видел. Там еще стиралка появилась. Тоже нашла я. Вот она. Ну, такая нормальная. Блин, Настя, конечно, я буду рассказывать, кто нашел. А кто тягал это все? Не мы. Мы. Ну, хорошо, холодильник мы отказались, потому что мы, извините меня, не могли физически его тягать. Конечно. Мы отказались. Мойку мы тянули. Стул тут один был тоже, мы тянули. Это мы тянули. Кровать. Диван этот мы тянули. Кровать ту мы тянули. За стиралку тоже мы отказались тянуть, потому что, ну, извините, мы же тоже не грузчики. А я считаю, что это тоже великое дело найти все. Конечно. Ну, и мы тоже тягали. Ну, что? Да, честно. Что, что, плюс к этому? Ну, тягали, не только нашли, но приехали, помогли занести, поднять. Конечно. Мусорку эту она нашла тоже на улице. Вот так вот тут. Какое-то зеркало с крючками. Вот. Как-то так. Нормально. Ну, я же говорю, эту кровать мы всю тянули. Ну, да, ну не всю, она была в разобранном виде. И там мужчина с женщиной тоже помогали. Но тем не менее, все равно, как бы, мы не сидели на месте. И этот светильник Настя вообще сама тянула. Он, если вы сейчас сможете присмотреться, то видно, что он очень тяжелый. Причем конкретно тяжелый. Короче, такая вот квартирка. Так все обустроено. Сейчас же придет человек, посмотрим, что он там отремонтирует. И будем идти домой, потому что еще я не выздоровела, Настя уже выздоровела. Так что как-то так. Так что, ребята, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И... Боже, я сижу, она так дрожит. Кто? Плохо, машины проезжают, очень сильно трусит. А что? Стоп, что это такое? Иди сюда. Что?
Это что? Это зачем? Я не знаю зачем. Она боится, что на нее смотрит. Лучше бы ничего, чем это. В общем, ребята, еще раз напоминаю, набираемся впечатлений. Еще раз напоминаю, что, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк. Этим вы будете способствовать росту подписчиков, чтобы мы хотели дальше продолжать снимать видео, чтобы была какая-то отдача. Нам очень приятно, когда мы видим комментарии, новые подписки. Очень-очень это все классно. Поэтому будем вам очень благодарны за лайк и подписку. Хорошего вам настроения, вечера. Кто когда смотрит это видео, там дня, утра, неважно. В общем, всем всего самого хорошего. До встречи.